спортивном комплексе «Восход» прошли соревнования Кубка России по ашихара карате. В этом году Владивосток собрал более 180 каратистов из Приморья, Республики Бурятия, Воронежской области и Москвы. 12 лет у нас не проводился Кубок России, но мы решили вернуть эту традицию и вернуть ее во Владивосток. И в таком вот большом формате, с такими вот, с красивыми призами и всем остальным. Соревнования начались с торжественного приветствия участников. Все мы готовились к этому турниру, конечно, да, все готовились и по командам, и каждый лично. И я хочу пожелать каждому из вас, кроме того, что вы уже победили самого себя, победили какие-то негодования относительно участия, я хочу пожелать вам всем еще и победы, и войти вот на этот пьедестал, где он, да, и пусть эта победа достанется тому, кому она больше всего нужна. Я думаю так. Всем ос! Мероприятие объединило спортсменов в возрасте от 8 до 45 лет. Каждый из них признается, что этот спорт стал неотъемлемой частью жизни. Перед такими большими соревнованиями практически каждый день занимаемся. Ну, где-то тяжелые тренировки, где-то чуть полегче. Ну и непосредственно перед соревнованием уже более-менее отдых, чтобы прийти в норму. А так, ну, 3 раза в неделю. Вообще можно хоть каждый день. У нас 2 группы, 2 сэмпая преподают. То есть в один день один, в другой – другой. И, возможно, хоть каждый день на самом деле. Я свою жизнь без этого вида спорта представить не могу, поскольку этот спорт, а точнее ашихара карате, дал мне очень хорошую физическую нагрузку. А также развил меня в плане этикета, поскольку многие считают, что спорт – это только физические навыки, но это неправда. Также спорт развивает тебе этикет, правила этикета. И в первую очередь, ну, ты заводишь много друзей, много знакомств, тренера, прежде, в первую очередь. И в целом, ашихара карате – это спорт как частичка моей жизни. Напомним, организатором турнира выступила Федерация Приморья по ашихара карате. Мероприятие проводилось при поддержке администрации Владивостока. Олег Завьялов, Степан Скляров, Ксения Быкова. Новости на 8.